Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Владимир Снитко, я директор бизнес-инкубатора ГУЭС. Сегодня у нас проходил конкурс, он проходит два раза в год, конкурс на право размещения бизнес-инкубатора в ГУЭС. Сегодня представлено порядка 11 проектов, да, из которых мы отберем лучшие, и лучшие займут место в бизнес-инкубаторе. Мы столкнулись с такой проблемой, что вечером очень сложно купить свежий хлеб в магазинах, потому что либо в это время они уже закрыты, либо проблема в том, что хлеб поставляется в основном в первой половине дня. Хлеб все менее популярен у населения. Он падает. Лагхлеб скоро разорится, наверное. Это тоже нужно иметь в виду. Он не популярен, его никто не ест. За последние годы люди привыкли ходить в кафе. Сейчас посещение кафе перестало быть атрибутом социального статуса и приобретает будничный характер, в том числе и для людей с невысокими доходами. Сейчас существует потребность в демократичных кафе с действительно качественной едой и доступными ценами. В интернете? Ну, в интернете нашли, вы вели переговоры? Экспертиза пройдена, франшиза, она зарегистрирована каким-то образом. Права это вам передадут или это будет просто сайт в интернете покупать? Шугаденс – это интерактивная развлекательная мини-студия, которая позволяет создать веселые музыкальные видеоклипы. А у вас сколько будет стоить? 8 тысяч? 8. А почему такая разница? Мне кажется, у них потому что нет рекламы, их мало знают, поэтому... А у вас будет рекламы больше, будет дешевле, да? Под маму сказали, да? А возможно, может предусмотреть такой-то форсайт мой. Для детей, да, какие-то занятия, чтобы мама могла прийти, там, занимается, дети там... Проект магазина «Левая ручка» для левшей, которая сеть нет на Приморском крае, но широко развита за рубежом и в Питере, в Москве. Развлекательная студия «Шуга Дэнс». Сейчас вот это вот все, деньги оставляй, хорошо. Сам и уйти. Хорошо.